Сегодня настоящие машины только пришли. Сегодня на самом деле очень интересная тема будет. Необычная. Я даже не подозревал раньше, что я когда-то буду учить на такую тему. Но Иисус научил. И на самом деле у меня есть несколько тем. Мне за последние просто, ну... С одной стороны, да, что хвалиться, но с другой стороны, я хочу хвалиться Богом, какой Он чудный. Там только за последнюю неделю только 4 темы еще написал. Так что вам придется меня терпеть. А можно вопрос? Вот то, за что мы молились? Еще это будет отдельная тема на эту тему. И на самом деле ответ есть, но ответ такой, что я даже сам в шоке. Но не такой, как мы иногда представляем себе. Но Бог ответил. Я вам скажу просто, Бог ответил. И ответил... А когда Бог ответил, это значит, Он решил. Поэтому, ну, на самом деле, вот даже с того момента, как только мы... Вот я вышел, и мы доверились, у меня просто мир... Самое главное, что у меня наступил мир полностью со следующего дня. Меня перестала уже волновать эта ситуация. Я как будто бы просто на Бога возложил это, и все. Мне просто нужна была... стратегия, мне нужно было просто понимание, как вести себя в такой ситуации, и Бог это сделал, и все. И, ну, я потом однажды когда-нибудь это расскажу, потому что это немножко другая тема. Вот. А сегодняшняя тема называется экзорцизм. Представляете, да? Так произошло, что я недавно... Слушал там какие-то проповеди. И у меня вопрос возник про изгнание бесов. Думаю, ну ведь на самом деле у Иисуса ведь много вот этого было. Он изгонял бесов. А я думаю, вот ну мы начали, а я как-то что-то в этой теме не подкован. На самом деле я не знаю, как, что это такое. И у меня вот внутри вот такой вот вопрос был. Я еще кого-то там слушал. И знаете, там все рассказывают, как это... Такие учения есть по этому поводу. Сколько нужно молиться, как нужно поститься, что нужно быть супер чистым, да, иначе бесы могут и на тебя напасть там, и так далее. И, ну, я ни разу не слышал вот того, что я вам сегодня сам расскажу. Все намного проще, чем нам кажется. Намного проще. Вот знаете, как у Иисуса Христа было просто? Когда бесы на него выскакивали. Есть такая штука, что когда ты христианин, бесы сами на тебя выскакивают. Знаете или нет? Вот если вы Библию посмотрите, что бесов, Иисус не искал бесов никогда. Иисус не искал, Павел не искал. Бесы сами выскакивают всегда. Помните, он проповедовал в одной синагоге, да, и вдруг один начал, он, заткнись. Тот раз и заткнулся, и бес вышел, написано. Правильно? Поэтому они обычно так действуют. Ну, с этим я уже позже разобрался. Поэтому вот сегодня я бы хотел дать вот такое учение, пока оно свежее. Потому что вот мы с Юрием на днях действительно изгнали, можно сказать, беса из человека. И это реальный такой опыт, которого у меня никогда не было. Вот. Этот тоже, тут все так произошло, как вот в Библии происходит. Знаете, он сам нас нашел. Давайте немножко расскажу. Значит, звонит мне парень, сын пастора. И говорит: Максим, у меня тут есть парень один, надо с ним поговорить. Вот он обратился ко мне. Он говорит: я не знаю, говорит, там что-то он, говорит, год назад суицидом жизнь пытался покончить. И у него какой-то сейчас второй голос там с ним разговаривает. Он говорит: я вообще не знаю, что там решить с этой ситуацией. Может, ты поговоришь с ним? И я говорю: да, конечно, я поговорю, я же великий экзорцист, говорю. Но на самом деле не так. Я говорю: ну ладно, поговорим, попробуем. Что, раз обратился ко мне, я понимаю, что вопрос серьезный. Я Юре говорю: Юр, есть такая ситуация, надо съездить поговорить. Ну, мы на самом деле в шоке. Что будем говорить, что тут делать? Мы тогда еще даже не думали, что это вот именно как-то связано с бесом там.
Просто есть какие-то заморочки у человека, с ним нужно поговорить. Ладно, мы встречаемся с ним, едем, садимся там в кафе, приходит парень такой молодой, 21 год, такая шайба накачанная, под 100 килограмм боксер. И как, ну молодой парень все равно, то есть мы как-то так, это, не то чтобы мы боимся, не, вообще не боимся. И начал нам рассказывать, мы там привет-привет, и он начинает рассказывать. То, что вот год назад у него была попытка суицида, поэт, после этого он попал в дурильник, в котором пролежал там 2 месяца или 3 месяца, я не помню, да, где там его жестко усмиряли, связывали, там пичкали всем. И вот в это время, когда вот с самого начала там дурилки, как он только попытался покончить жизнь самоубийством, пытался через таблетки, напился каких-то таблеток. У него появился голос. И голос не его, он говорит, ну вот если вы знаете свой голос, говорят, то у меня этот другой голос. И я его реально слышу. И он нам начинает там рассказывать такие вещи, как этот голос ему, то, что он ему вот... Сейчас какая у него реальность, сколько этот голос ему чего говорит. Этот голос ему там рассказывал много попыток, как можно убить людей. Не попыток, а способов убийства, извращенных способов убийства. Там, что-то он нам начинает там лечить. Там, ну, там вот молодой человек сидит, рассказывает, там, если закопать человека там, на 3 метра и над ним закопать дохлую кошку, то что-то там произойдет. Короче, какие-то такие вот страшные вещи. Вот молодой парень рассказывает. Потом, мы начинаем вроде с ним общаться, пытаемся вот разговаривать. Ну, я понимаю, что ситуация сложная, не шутка на самом деле, что, ну, просто сказать человеку, слышь, ты гонишь, это не сработает. Ну, уйдет человек и закроется, и он обратился на самом деле. И он друзьям не может об этом сказать, родителям не может об этом сказать. Он рассказывает, что он теряет жизнь, что ему становится все безразлично, что ему вообще все, как бы он холодеет, все замечают, что он уже какой-то не такой. Он с этим голосом периодически общается, этот голос ему говорит, что за всякую информацию нужно платить. Этот голос говорит какими-то цитатами из фильмов, там, я не знаю из чего, но он говорит там. Я ему говорю, этому, я говорю, спроси у него, говорю, он меня знает? Он говорит, не знает. Ну, не знает. А Иисуса, говорю, знает? Я не хочу разговаривать на религиозные темы. Ну ладно, хорошо, не будем разговаривать с тобой на религиозные темы. Ну, мы там дальше уже с ним разговариваем. То есть, ну, мы узнали, как зовут того, он нам имя назвал, как его зовут там. Его или Иисуса? Того, голоса. А, Николай. Не, там имя просто. Самивель его говорит. Семья. Ну вот Юра тоже так же сказал сразу. Я говорю, не Самуил. Он говорит, не Самуил. Нет, он сидит такой. Нет, именно Сэмюэль. И Гончаров сидит там такой, Сэмюэль Эль Джексон. Ну, мы на секундочку угорнули, как бы раз, потом спокойно, потому что, ну, нельзя смеяться, как бы, ну, человек, как бы, не здоров. Но... И что происходит? Вот мы сидим, разговариваем, я сижу, как бы об этом всем разговариваю, понимаю, что ситуация сложная. И я начинаю молиться, как бы вот Бога просить, Иисус, на самом деле, научи меня, я не знаю, что делать в этой ситуации. Подскажи, направь. Ну, а сам вот думаю, как я думаю, все, у меня уже в моем голове зреет такой план, что надо там, сейчас будет это, позвать ребят, кто там посильнее, христиан. Мы его возьмем куда-нибудь, в какую-нибудь квартиру или дом, и будем вот это вот вещи делать. Выходи, не в эту, выходи, не в эту. Знаете, да, вот это вот, как мы в кино все время видели, да? Вот. И я уже это как бы вот представляю только так, потому что я ничего другого как бы никогда не видел. Меня никогда этому не учили. Все, у меня уже вроде как план есть. Ну, мы начинаем с ним разговаривать, а он как бы пришел к нам, да? Ну, он как человек спрашивает, ну, он нам свою историю рассказал, и он начинает там спрашивать, а у вас там вроде? Ему сказали, что вот у нас тоже какая-то история, которую мы можем тоже как бы вот ему рассказать, то есть почему мы ему вообще можем помочь. Ну, я начинаю чуть-чуть с ним там играть, уже понимаю там, что, ну, как бы вот все, у меня план созрел, надо выгонять, надо молиться. Ну, я другого не знаю. Я говорю, ну, ладно, там, так во сколько заканчиваешь работать там, 10 часов?
мы с тобой заедем в 11 часов, поедем там в одно место. Парень раз напрягся, куда поедем, куда его повезут. Ну, мы начинаем, как бы не открываем ему карт, потому что он просил, на религиозные темы не разговаривает. Но мы, я еще сам не понимаю, как мы будем действовать. Ну, так вот, начинаем его чуть-чуть вокруг пальца вот водить, немножко так, чуть-чуть в шутку, чуть-чуть как бы на его уровне, в его метафоры. Но я уже потом вот поймал чуть-чуть эту волну, говорю, ну, ты знаешь, говорю, у меня... Ну, он как бы просит, а вот чем вы мне вообще помочь-то можете? Вот у меня голос, а как вот вы вообще, что докажете, что вы как-то в этом что-то понимаете или разбираете? Ну, другими словами, он там другие слова говорил. Я говорю, ну, у меня на самом деле тоже, говорю, голос есть. Ну, у меня 17 лет, говорю, уже голос. А он еще про свой голос там рассказывает, что когда он у него что-то спрашивает, и за всю информацию, как он говорит, нужно платить. Когда у него спрашивают, он теряет энергию жизненную. То есть вот он все умирает больше, как бы вот. Поэтому он старается лишнего там не спрашивать, как бы. Потому что вот за все надо платить, он платит. А я ему говорю, что, ну, у меня, говорю, голос такой, говорю, что, я говорю, когда я спрашиваю, я теряю энергию. Но когда голос говорит, я получаю энергию. Ну, понимаете, про что я говорю? Я говорю про отношения с Богом, про молитву. То есть, как бы он раз... Тут что-то понимает кто-то там. Ну, короче, вот. Пока такими словами мы начинаем с ним вот такую игру играть. Как бы неосознанно, да? Ну, ладно, смысл такой, что мы оставляем там этого человека. Ну, как бы вот мы с ним поговорили первый раз. Он все пытался узнать, чем мы ему можем помочь. Мы ему сказали, что мы тебе обязательно поможем. Но нам нужно вот время. Мы с тобой отдельно поедем. Мы встретимся, мы тебя возьмем. Потому что у меня в голове уже возник план... экзорцизма уже, что я буду, что вот надо вот брать человека и за него молиться. И все, ладно, мы с ним попрощались, там давай мы тебя найдем, говорим, он на следующий день работает, говорим, вот да, в воскресенье мы встретимся с тобой и будем разговаривать. Все, мы с ним попрощались, хорошо, остались мы вдвоем с Юрием, начинаем вот разбираться в ситуации, разговаривать, что делать-то вообще с этой ситуацией. Ну, как бы вот, Юрий там, да он гонит, там, он молодой. Я говорю, ну, понятно, гонит, но он с одной стороны гонит, а также понимает, что и не гонит, потому что, ну, нельзя, как бы, да, пациенту сказать там, на самом деле он нам даже сказал, он ходил к психологу бесплатному, да, и тоже попытался ей про это рассказать. Она на него там посмотрела, слышит, да у тебя какая-то шизофрения, тебе надо там это. И все, и он от человека никакой помощи не получил. А у него это реальность, у него вот есть этот голос, и все. Вот он у него говорит, и он ему еще там, этот голос ему показал, там он говорит, вот он мне показал, там черный круг такой, говорит, внутри такая белая точка. Ну и как бы дал ему такой смысл, что вот когда эта точка перестанет быть, когда она станет черной, вот тогда будет то, что должно. Ну то есть он ему вот намекает на какой-то конец, на какую-то смерть. Он уже устал, этот парень, он действительно вот от этого всего, ну, у него уже это около года там продолжается, его вот это вот мучает, вот это вот видение, этот голос там и так далее, никто помочь не может. Мы с ним поговорили, как я уже говорю, что мы его как бы вот отпустили, все договорились, ну, он там из себя чуть-чуть крутого строит, там, что... Там, ладно, там свои разговоры были, там мы то с Самуэлем разговаривали, то с ним разговаривали, а что он сказал, а что ты думаешь, там, вот он пытался там в эти игры играть. Вот. В итоге мы ушли, и парень еще смс-ку нам скидывает, помогите, пожалуйста. Я ему там пишу, поможем, точка. Как помогать будем, еще тоже не знаю, но я говорю, вот мы начали с Юрой разговаривать, вот понимать. Я ему первый говорю, ну что, говорю, вот ребят, позову, поедем молиться вроде, чем мы еще можем, что мы еще видели, что мы еще знаем. Вот, наверное, так это делается. Ну, потом дальше разговариваем. Мне начинают приходить вот эти вот фрагменты из Библии, связанные с изгнанием. Как это вообще происходило, что это такое вообще? Там же есть правильный момент, а есть неправильный еще, знаете. И вот мне приходит этот неправильный момент, когда семь сыновей первосвященника Скевы, знаете этот случай из Деяний? Однажды написано, семь сыновей первосвященника Скевы нашли одержимого. И уже не он их нашел, а они его взяли.
привели и начали из него изгонять беса. И они говорили там, во имя Иисуса Христа, который проповедует Павел. Им бес через этого человека говорит, Иисуса знаю, про Павла тоже слышал, а вы кто такие? Избил их и выгнал голыми на улицу. Да? Вот он, какой у нас есть случай экзорцизма на самом деле, самого настоящего, единственный вот такой, Библия нам дает вот этот вот неправильный случай, да? А я думаю, а где я еще это видел? Почему вот в моей голове вот оно именно так? То есть я вот смотрю Новый Завет, смотрю Иисуса, смотрю учеников, смотрю апостолов, ну вот нету там нигде, чтобы они собрались и на кого-то там вот руки возлагали и бесов из него выгоняли. Нету там. Вот эта вот попытка была, и они получили сразу, да, навалял им этот человек. И у меня вот неукладка, думаю, ну вот что-то вот, и я много и читал, и слышал про это, что иногда служителя вот это вот там ночью постятся, там вот, там все в поту, и вот это выходи, не выйду. И у меня вот эта вот картина, что ну вот что-то тут не то, не хочу я в это играть. Как-то тут, ну, как-то вот оно не по-настоящему это. Я вот в Библии это не вижу. Что я вижу в Библии, начинаю думать. А я в Библии вижу, что Иисус, он вообще с ними не разговаривал. Он даже вообще на них внимания не обращал. Он просто тихо и выходим. Молчим и выходим. Однажды за Павлом, помните, одна ходила. 3 дня, написано, ходила. Знаете, что самое интересное? Что Павел только на 3-й день до него дошло, что это бес. Потому что она ходила и кричала, это слуги Всевышнего Бога, они пришли рассказать вам путь спасения. То есть, представляете, вот ходит, да, и вот 2 дня Павел думал, что это реклама бесплатная. Понимаете, вот он ходил и думал, что это реклама, как хорошо, вот даже ничего говорить не надо, она сама. Но потом вот на 3-й день Павел вот почувствовал, что что-то тут не так. Слышь, заткнись уже, а? Вот, ну, это примерно так выглядело, понимаете? Раз, и все оттуда вышло. Понимаете? То есть не было никакого ни экзорцизма, ничего. Просто закрой рот и уходи. И все. Он сказал, ну, грубо говоря, человеку сказал, да? Ну, человеку одержимому. И как бы вот, возмутившись духом, почувствуя, что это за дух, 2 дня он не понимал. Потому что, ну, наверное, он бы сразу сказал. Но вот сначала была реклама, ему это нравилось. И я как бы вот это вот увидел. Ну и мы вот начинаем, мы вот, я говорю, с Юрой поговорили, я говорю, Юрок, вот что-то вот не хочу я, не лежит у меня душа вот этим вот заниматься, вот этим вот экзорцизмом, вот брать его там, вот это вот что-то бесполезное тут, я как бы вот принимаю, вот не будет получаться там вот как обычно, 1-2 часа там вот это вот, выходи, я говорю, не выйду, как вот быть на самом деле в этой ситуации, я думаю, надо двигаться как в слове, как по слову, не надо долго с ним разговаривать, все. И мы начинаем, вот мы понимаем, что здесь вот за ситуация-то произошла. Нам начинает открываться, действительно, мы начинаем это думать, мне начинает открываться, думаю, откуда у него это пошло? Ага, парень пытался покончить жизнь самоубийством, наелся колес, сильная интоксикация в мозг, пошли глюки, открылись глюки, да? Знаете, что вот, ну, когда интоксикация организма идет, мозга там особенно, идут вот эти вот глюки, открываются, он нам там рассказывал, открываются стены, идут картины, слышишь голоса явные, можешь с ними разговаривать. Это все на самом деле реальные вещи, они существуют. Потому что вот возьмете там шаманов, колдунов каких-то или что они делают? Они себя обколят, они наедятся, они нанюхаются, мозг входит в какое-то определенное состояние, пошли глюки, пошли вот эти вот порталы открываться в этот бесовский как бы мир. Вот в эту ситуацию, понимаете, да? И какова ситуация там вот в этой дурке у него была, да? То есть он попал в эту дурку, его там же пичкают, а там вокруг, вот они, их там тьма, понимаете? Один какой-то вот прилип, начал с ним разговаривать и так далее. И, ну, то, что мы, например, понимаем, да, то, что мы поняли про этого парня, что на самом деле он еще не одержим. Почему? Потому что, ну, мы еще разговариваем с парнем, парень еще не делает этого зла, которое ему говорит этот голос, да, он с ним разговаривает, но он еще не одержим, то есть он еще не... Что такое одержимость? Одержимость – это когда ты уже собой не управляешь, тобой управляют, тебя одержали над тобой победу, тебя держат, тебя ведут. Соответственно, мы делаем вывод, что он еще не одержим, что это какой-то вот там бесенок, причем очень низкого какого-то уровня, ранга, который не знает меня,
Ну, потому что я его спросил, знает он меня, он говорит, не знает. Я думаю, ну, я знаю, это, потому что я христианин, и нормальный, уважающий бы себя бес, он должен меня, по идее, знать. Ну, раз он меня не знает, значит, что это какой-то просто мусор. Ну, понимаете, да, я шучу. Но и на Иисуса он тоже сильно как-то не, его там ничего не передернуло, когда я его спросил. Просто вот, да, не стоит об этом разговаривать, и все. Ну, то есть, как бы, да, но сказать об этом человеку, слушай, да ладно, все нормально, все пройдет, ничем не помочь, правильно? Ну, нужно понять, как ему помочь, что вот с ним нужно сделать. И я начал дальше думать, как Иисус изгонял бесов. Вот Матфея, 8 глава, 16 стих. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Он изгонял духов словом. Что это значит? Значит, он разговаривал с ними. Значит, он разговаривал с этими людьми. Что он разговаривал? Он просто им давал слово, рассказывал Евангелие, давал надежду, давал вот это вот какое-то просвещение, да, людям. То есть он просто разговаривал, не просто словом, да, что значит изгнал духов словом. Слово. Вышли? Вот, да, бесы? Нет, не вышли. Словом это значит разговаривал, да. И вот мне начинает это тоже вот открываться, меня Иисус как бы начинает учить, через вот эти вот Библии мой мозг начинает это схватывать, все, мы начинаем с Юрой разговаривать, слушай, ну на самом деле, мы начинаем вот понимать, что стратегия она такова, надо его брать, и надо ему просто вот рассказать, что с ним произошло, что вот у него сильная интоксикация, да, окно открылось, да, ты голос слышишь, но ты еще не одержим, потому что тебе еще показывают этот черный круг, в котором есть эта белая точка, ну, даже вот для его образа, да, чтобы ему легче было понять и в это самому поверить. Но ты еще не одержим. То есть ему нужна надежда, другими словами, да, ему нужно какое-то ободрение. Ему нужно разговор с профессионалами, да, с теми людьми, чтобы он понял, что на самом деле вот они, люди, которые... И то, с чего я с ним начал, потом вот этот следующий разговор, когда мы на следующий день, я говорю, ну, ты вообще понимаешь вообще о духовном мире что-нибудь, знаешь? Там, ну, не совсем знаю. Ну, тогда вот слушай, что такое духовный мир. Я ему начал рассказывать про духовный мир с точки зрения Библии. Потому что на самом деле единственное вот правильное понимание духовного мира, это у нас Библия, Евангелие. Кто такие бесы, да, ну, на что они на самом деле способны. И я ему сказал, на самом деле твой вот этот вот бес просто вот, если это бес, говорю, он просто замолкает и выходит сейчас во имя Иисуса Христа. Потому что мы помолились уже, и у него нет никакой власти, он ничего не может делать, я даже с ним разговаривать не хочу. Ну, другими словами, я ему дал вот это вот понять. Потому что, и я понял, что именно вот так вот и надо с ними разговаривать, потому что они, ну, нет смысла с ними никак не бороться, не разговаривать. Потому что если это бес, он имени Иисуса Христа просто автоматически подчиняется. Понимаете или нет? Это просто вот знание Библии, когда ты на это встаешь, это уверенность, и там не может быть по-другому. Там, ты попробовал, понимаешь? А они, что видит бес? Бес, он на самом деле слабый. Я понимаю, что бес он не видит. Почему я его тоже спросил? Говорю, он меня знает? Не знает. То есть, соответственно, у него нет вот этого духовного, он не видит. Он боится всех, понимаете? Бес, он на самом деле боится всех. А еще он боится особенно христиан, которые для него закрыты. Потому что христиане, они часто ходят под защитой Бога, под покровом. И вот, ну, христиане, они не открыты для многих там шаманов, колдунов, бесов там и так далее. Вот для них как бы закрыта эта информация. Поэтому часто бесы, вот мне Юра там рассказывал, там у него был такой случай, он там разговаривал с одной и той же гадалкой, да, он говорит, ну, там, пошутил, ну, посмотри вроде у меня. Так просто, так получилось, а у меня вроде, посмотри. Она, что-то там, что-то не пойму, говорит, что-то, говорит, защита, что ты не христианин, случайно, знаете. Тут. Ну, то есть, вот ситуация, она такая, то есть, как бы для них закрыты христиане, они не имеют власти, потому что Иисус есть и все, и для них это даже скрытый, поэтому они больше даже вот боятся, поэтому они на самом деле просто замолкают и уходят. Мы должны понять, кто уходит. Дух вот этот вот уходит. Они не особо умные там какие-то.
всего боятся. У бесов есть такая штука, они боятся друг друга. Более сильный бес всегда выгоняет мелкого беса. Они друг друга ненавидят. То есть, по сути, что такое бесы? Это, ну, это вот, даже взять там все вот этот негатив весь, там, ненависть, зависти какие-то, злобы, там, уныние, там, да, алкоголь, наркомания, то есть вот это вот, это, в принципе, все и есть, как бы, вот это вот дух, да, духовные вот эти вот низменные такие желания, это и есть, в принципе, вот эти бесы, когда человека, например, там, вот эта вот безнадега съедает, вот эта вот депрессия какая-то его съедает. Да, вот он примерно вот так бес жрет человека, вот этими своими мыслями, своим убеждением, как все плохо, там туда-сюда. Поэтому, когда придет какой-нибудь более сильный, там напугает, человек напугается, и сразу у него уже, может, другой уже в нем бес сразу быть. Уже теперь не депрессия, а уже теперь какая-нибудь, может быть, там еще что-нибудь, злость там. Я не знаю, или еще что-то. Поэтому, в принципе, вот работает это примерно как-то вот так. Вот, потому что мне Бог это открыл через то, как мы вот с этим человеком себя вели. И вот, как я говорю, начал разговаривать с ним. Разговаривал с ним часа два, рассказывал ему полностью Евангелие, рассказал ему там свое свидетельство, что вот как у меня было. Потому что на самом деле я когда-то тоже там употреблял токсичные всякие препараты, и у меня тоже эти окна открывались, у меня тоже эти голоса были. У меня тоже с ума я сходил, и я понимал, что я сойду с ума, если я что-то не сделаю. Ну, вот. И после этого я начал употреблять героин, да, тяжелый наркотик. Я это ему вот аллегорически объяснил этому человеку так, говорю, ну у тебя два пути. Либо, говорю, вот к Иисусу ты обратишься, либо тебе надо более сильного беса позвать, он тогда придет и поможет. Вот как мне в свое время помог, просто вот, когда я галлюциногены эти употреблял, я чуть с ума не сошел, но когда... позвал более сильного беса под названием, да, зависимость от опиума, этот вышел сразу, ему делать там не оказалось, потому что этот более сильный, но потом от этого, сами понимаете, да, 90% полегло, поэтому слава Богу, что вот, но мозги сохранились, потому что тот бы, может быть, быстрее бы убил мои мозги, мою нервную систему там и так далее. И я ему вот это вот все тоже объяснил, как бы тоже припугнув его, ну, у тебя вариант есть, хочешь вот что-то более серьезное начинать употреблять, может быть, голоса прекратятся. Но, говорю, лучше к Иисусу. Говорю, просто приходит, говорю, тебе надо побороться, ты должен понять, тебе надо побороться просто, тоже самому будет приходить, или что-то там опять вот это настроение, эти мысли, просто говорят, короткая молитва, Иисус, помоги мне, все, Иисус, помоги мне, ты имеешь надежду, все, дальше надо там читать Библию, давай в церковь, туда-сюда, все. На самом деле, действительно, парень чуть-чуть загорелся, парень ободрился, ему прояснили, с ним поговорили, нашлись люди, он поверил в Евангелие, он поверил в Христа, он поверил вот то, что эти люди, которые вот мы с ним разговариваем, они в этом что-то понимают, у них есть опыт. Понимаете, он ободрился, знаете, что он сказал после нашей встречи? Странно, но почему-то этот голос сегодня ничего не говорит больше. Понимаете, ну, и мы, я ему говорю, ну, мы на самом деле не сомневались, что это так и будет, потому что он не может ничего говорить. И как бы вот, и поэтому, ну, мы до конца не знаем, да, насколько там игра, да, а насколько там реальность. Но на самом деле это не так важно, потому что вот эта игра, она очень быстро может перейти в реальность, и человек не сможет остановиться, заиграется, начнет делать зло, начнет там, а это еще, представляете, еще, ну, вот, хорошо даже, вот, что он оказался такой здоровый боксер, такой, представляете, боксер там до 18 лет занимался там профессиональным боксом. На самом деле, вот я так просто представил эту картину, если мы вдруг начинаем заниматься экзорцизмом, и что-то и пошло не так. Вполне возможно, что он нас вот четверых-пятерых там уложит просто и уйдет спокойно, скажет, вот они, изгонятели, да, то есть на самом деле в чем заключилось, вот вывод чуть-чуть, да, такой, в чем вот заключилось вот это вот изгнание беса, да, в том, что мы сломали этот дух, мы обманули этот дух. Мы смогли путем Слова Божьего встать на что-то, да, на какое-то основание, разобраться в этом, внести ясность, внести свет Слова Божьего в эту проблему, да, побороть этот дух, настолько уверенностью объяснить это все этому человеку, что ему ничего не осталось, как начать верить в это, начать тоже в это полагаться, и у него остался один выбор, либо опять вот это вот в этот рукоделие с этим голосом, либо начинать выбираться из этой ситуации. Поэтому, ну, любой человек будет принимать решение выбираться из этой ситуации.
Вспомните Мария Магдалина, из которой изгнал Иисус 7 бесов. Нам почему-то нигде не описано, как изгнал бесов Иисус из Марии Магдалины. Ну, мне открылось вот как бы я изгонял бесов из Марии Магдалины. Уже на фоне этого всего. Ну, или более логическая такая ситуация, как это могло бы быть. Разговором, просто общением, просто того, что Иисус взял и начал хорошо относиться к этой женщине, которая была блудница. Что такое семь бесов Марии Магдалины? Блуд, алкоголизм, ненависть, депрессия, да? Там дух смерти, когда жить не хочется, да, и так далее. Вот этот вот набор вот этих вот ее комплексов, этих вот проблем, которые она носила с собой. И тут приходит Иисус и говорит, и обнимает ее, и начинает с ней разговаривать. И может быть, он посвятил ей время, может быть, он в это время учеников какое-то время не учил, а шел разговаривал с ней. Ну слушай, послушай, тебе нужно так, ты можешь Бога узнать, на самом деле, ты все может измениться еще в твоей жизни, правильно? То есть он работал, он давал надежду, он говорил, он ободрял, понимаете? Это то, как мы должны это делать, понимаете? Поэтому надо перестать уже верить в вот эти вот сказки, вот эти вот фильмы, вот в эти вот иллюзии, как вот это вот происходит, да, выходи, не выйду. Вот, да, это же на самом деле, да, вот сейчас мы когда разобрались, я думаю, какие глупости. Думаю, почему мы не смотрим действительно в Слово Божье? Почему мы вот иногда, наше представление, мы уже даже христиане много лет, но наше представление, оно о том, как это делается, оно не со Слова берется, а из фильмов. А из каких-то там рассказов каких-то, кто этим что-то занимался, а я вот занимался, а она вот там вот так вот там голос мне проговорил, и мы ему там сказали во имя Иисуса, заткнись. То есть, ну, наверное, это все как бы бывает, но это вот, знаете, вот для меня это больше как бы вот такие сказки, потому что тут не голос. На самом деле, даже что такое, опять же, вот бес, который вот человек в синагоге, и помните, Иисус проповедовал в синагоге, и один встает: «Ты, Сын Божий, сам пришел мучить нас». То есть, да, вдруг встает человек, который начинает неестественно орать во время служения, во время собрания, как-то вот ругаться, да, и против. «Слышь, заткнись и выйди отсюда», а это все. Понимаете, то есть, ну, другими словами, да, как это сейчас в современном, да, может происходить, да, вот вдруг придет какой-то там баламут, да, и ты проповедуешь, а он вдруг начнет что-то тут вот из него там критика какая-то вслух там, да, вот ты проповедуешь, не бывало вот с такой на сайте, ты проповедуешь, а вслух там сидит, вот, ну давай, скажи мне, ну послушай, сейчас что ты говоришь там, да, вот, то есть вот, ну, можно не обращать на это внимания, да, но это на самом деле вот бес начинает с того разговаривать, то есть человек даже не контролирует вот этот вот дух критики, который, да, иногда бывает, ты скажешь какое-то одно-два слова, и этот человек, в котором вот этот дух, понимаете, то есть человек и дух, это очень близко. Это просто человек впускает в себя вот этот дух, вот это вот состояние, вот это вот видение, через которое он видит, через то, что он всех ненавидит, критикует. Вот он на самом деле бес в чистой форме, да. И когда ты проповедуешь в силе, да, Евангелие, Слово Божие настоящее, это начинает его обличать, это начинает его резать, это начинает ему дискомфорт какой-то начинает там. И вот так вот было, потому что ученики так проповедовали, написано, когда они проповедовали, Иисус проповедовал, написано, бесы с криком выходили из людей, то есть с криком выходили, то есть вот как бы вот люди начинали как-то вот неестественно себя вести, и бесы выходили. И это все действительно, вот она, вот это Библия, это то, как показывает нам Библия. Помните, как ученики, Иисус посылает учеников на проповедь, 72 ученика, да, и они приходят радостные, и говорят, бесы нам повинуются. Помните, нет, такой момент был? Ну, он им говорит, ну, не радуйтесь, потому что бесы вам повинуются, радуйтесь, что ваши имена в книге жизни написаны, да. Но смысл-то в чем? Да, он их послал не бесов изгонять, он их проповедовать послал. Они пошли проповедовать, а им бесы начали повиноваться, да. То есть, опять же, да, о чем говорится, то, что вот эти вот нечистые духи, вот это вот, какие вот сейчас есть у нас тоже бесы, вот часто, да, вот, с духом, с каким нужно разбираться часто, да, вот я сталкиваюсь часто, да, когда проповедую вот с каким-то таким духом, может быть, негатива, безнадежности, знаете, вот там вот, вроде даже христиане, да, вот они есть, они в церковь входят, но они вот там, я не знаю, нет у них надежды, они уже от всего устали, уже даже в Бога не верят, уже вот в какое-то будущее не верят, надежды нет, им все лень, есть дух лени, они уже, понимаете, да, вот это вот состояние, да? И
Это же не то, что вот прям вот, да, прямая там какая-то одержимость, но на самом деле серьезные проблемы, потому что и которые нужно просто разрушать в человеке, да, ему просто нужно проповедовать, ему нужно опять открыть глаза на Слово Божие, ему надо, чтобы вот Евангелие, оно его жизнь осветило, чтобы опять надежду дало, чтобы он силы получил, надежду получил, радость получил, правильно? Вдохновение получил, вот что значит изгнание бесов. Понимаете, разговор с человеком, проповедь, Слово Божие. Поэтому... Почему я вам решил сегодня эту проповедь? Потому что я вижу, что на самом деле Иисус нас учит. Мы сейчас уже не маленькие. Вот я прям вижу, как Иисус взялся нас учить сейчас. Я даже не ожидал. Я думал, мы когда открылись, я думал, у меня так много проповедовать, я сейчас буду проповедовать, потому что у меня есть много чего проповедовать. А я не успеваю проповедовать то, что у меня было проповедовать, Иисус начал учить. Вот просто он начинает учить по конкретным ситуациям. Я только вот тут задался мыслью, что же это такое изгонять бесов, вот тебе, пожалуйста. Адекватный пример изгнания бесов. И все. То есть, что нужно делать? Нужно разговаривать с людьми. Нужно разговаривать с людьми, нужно идти, нужно ободрять, нужно вдохновлять, нужно проповедовать, нужно гореть. И все. И что самое еще интересное, мне нравится, что бесы, когда ты движешься в духе, и когда вот я сейчас это заметил, именно вот поэтому начинаю замечать. Они начинают сами на меня нападать, сами начинают вылазить, сами меня начинают находить. Мы не искали этого парня. Но для этого парня был важный такой момент. Я на самом деле понимаю, этот парень, он знал, что вот этот Давид, к которому обратился, он сын пастора. И где-то внутри, я уверен, мы его спрашивали, ты поэтому вроде как, он нам не признался, но то есть где-то внутри у него была надежда, он понимал. То есть человек, он понимает, что есть одержимость. Что что-то там нечистое какая-то, вот, и он уже устает от нее. Он даже сам от себя это скрывает, чтобы на всякий случай бес не услышал, да? И он вот из-за какой-то надежды идет к этому сыну пастора и начинает ему рассказывать свою проблему. Сын пастора в шоке, как бы, от этого всего. И почему-то он не идет рассказывать пастору своему, а почему-то он решил сказать мне. И я думаю, слава Богу, что на самом деле мне сказал, и я благодарю Бога на самом деле, что вот этот парень попал к нам. Что на самом деле он не попал к каким-то таким христианам, которые бы устроили над ним сеанс экзорцизма с изгнанием, выходи, не выйду. И не знаю, с какой концовкой, ломали бы психику человеку, человек бы что-то ожидал. То есть, понимаете, вот этот неправильный путь к чему идет. То есть человек что-то ожидает, сейчас с ним что-то произойдет, бес куда-то выйдет, а там все не так работает. Там надо словом, понимаете, там надо вот разрезать, проникать, отделять вот это вот душевного от духовного, показать ему. Мы ему рассказали, кто такие христиане, почему хорошо быть христианином. Потому что христианин – это благословенный Богом человек. Аминь. Просто. Это человек радостный, наполненный силой, все сферы жизни покрыты. Это не тот, который религиозный, ходит по все время, там у него аж это вот синее пятнышко такое, потому что на пол лбом стукается часто. А это действительно такой человек, с которым хочется быть, который приходит, и все вокруг хорошо, и всем нравится, и так далее. Вот что значит христианин, правильно или нет? Потому что Иисус, он такой был. Все видели вот в нем эту власть, все хотели с ним быть, все хотели быть поближе, все хотели что-то услышать. Они понимают, что он действительно разбирается, что у него есть какие-то ответы, которые на все вопросы, понимаете? И мы... Вот у нас получилось так этому человеку вот убедить, дать такой авторитет, дать такую уверенность, что он поверил. Его дух был сокрушен, дух разрушен, соткнулся и, наверное, вышел, потому что, у меня сомнений нет. Дальше, самое главное, что такое, опять же, бес? Потому что Иисус, он дал самое главное по поводу беса, потому что выгнать беса очень легко, в принципе. Это просто поговорил с человеком, ободрил, если получилось, ободрился, дал надежду, вот, в принципе, бес вышел. Знаете, в чем дальше проблема начинается? Чтобы он не вернулся. Понимаете, вот в этом вот вся проблема. То есть, чтобы не вернулся, опять эта депрессия, опять эта безнадега, опять это страстное желание там какое-то и так далее, да? То есть, нужно человеку что сделать? Создать атмосферу определенную, завести его, да, создать ему такой портал, да, вот этот вот путь, показать вход, да, научить, не просто сказать, вот читай Библию, и все будет хорошо. Нет, это недостаточно, потому что нужно научить читать Библию, нужно научить понимать Библию, нужно привести человека
церковь, любить Его Слово Божие, чтобы Слово Божие произвело вот эту работу, осветило его, да, очистило, заполнило, да, и вот это называется, когда дом заполнен, да, дом заполнен Словом, дом заполнен Иисусом. Это то, что происходит, это то, что мы с вами делаем, то, что мы призваны с вами делать. Просто вот из-за того, что у нас какие-то иллюзии, мы иногда не понимаем. Ведь все, что я вам рассказываю, вы все понимаете, все это знаете. Но просто вот именно так нам никогда об этом не рассказывали, что это так работает. Но вот оно работает так, это вот открылось, это очевидно. Мы же знаем, что как важно ободрять человека, как важно любить человека, как важно проповедовать человеку, да? Но иногда вот этот дух, который в человеке, мы как будто принимаем, он нас кусанул, не говори мне ничего о Христе. И ты вроде как, он тебя кусанул, все. И ты тоже уже вроде как и не хочешь, вы понимаете? Но найди способ, переубеди, когда мы сильные в духе, мы найдем подход к этому человеку, мы найдем, как ему донести, мы найдем, как ему ободрить, мы будем просто сильнее, он примет, у него не останется выбора, потому что Иисус сильнее всего этого. Но главное нам в духе ходить, понимаете? И ты работаешь, ты говоришь, что мы в Реду, каждый с вами пережил, именно это с вами и пережили. Вы пришли в центр, и вы пришли в атмосферу, христианскую победную атмосферу, в крепость, где просто этих бесов уже сразу нет. То есть, грубо говоря, ты через неделю просыпаешься, и у тебя нет никакого желания употреблять наркотики, нет уже желания курить, нет уже желания, уже какие-то, вот, ну, там есть какие-то другие заморочки, да, другие проблемы, которые более глубинные, там, да, какие-то депрессии, там, самоанализ какой-то, или я не знаю, что там еще, да. Но вот этот сильный бес там часто, да, как дух наркотика, он уходит сразу, потому что это крепость против него. Все, здесь атмосфера, здесь ребята, здесь разговаривают, здесь любят. И тогда что там самое главное? Главное уже вот человека укрепить, главное человека наполнить Словом Божьим, главное, чтобы человек заполнился, да, Иисусом, да, заполнился учением, заполнился смыслом. И тогда у него есть шанс, что эти не вернутся, что дом не будет пустой. Вот оно как работает на самом деле. То есть это не работает на уровне вот этих фантазий, сказок там и так далее. Это работает на уровне вот этого самого духа, желания вот этих гнусных там и так далее. Опять же, вот, например, да, есть такой случай. Сей бес изгоняется постом и молитвой. Помните, Иисус говорил? Тоже сразу возникает в голове сеанс экзорцизма, да, что надо вот пост и молитва, пост и молитва. А я подумал, про кого он сказал пост и молитва, ну вот, что надо вот пост и ходить молиться. Ну, может быть, это что-то похожее. А с другой стороны, у кого был пост и молитва? У Иисуса был пост и молитва. Он 40 дней был в пустыне, он пребывал все время в молитве. То есть он пребывал в такой уверенности, в такой силе духа, что он вот мог разрешить эту проблему. Ученики не были на тот момент, не ощущали на себе вот силу этого поста, не ощущали на себе силу этой постоянной молитвы, не было этой уверенности. Поэтому они не могли с этим бесом ничего сделать. Поэтому, опять же, вот как я хочу немного показать, это пост и молитва. То есть, для чего, что такое пост и молитва? Это чтобы тебе обрести твою внутреннюю уверенность против этого духа. Чтобы вот ты настолько вот чувствовал себя в духе, настолько ты был заряжен Словом Божьим, вот этими отношениями с Богом, вот этой уверенностью от Бога, да, что это будет срабатывать и с более какими-то вот сильными, твердыми, твердынями, ситуациями и так далее. Вот в чем сила и смысл поста и молитвы. Сила поста и молитвы, и вообще любой молитвы, она не заключается вот именно вот в каком-то заклинании. Она именно заключается вот, ну, вот в то, что ты уверенность эту обретаешь, понимаете? Что, поэтому очень важно, мне когда-то человек сказал, такое направление дал, то, что часто поговорить с человеком, это работает как будто помолиться за него. Более важно, чем помолиться за него. Потому что, ну, ты помолился за него, но этот человек даже не узнал, что ты за него помолился. А когда ты с ним поговорил, это более действенно, понимаете? Это как молитва, твое переживание. Вот это настоящее действие происходит. Поэтому Иисус однажды там, вот, наверное, бы хватило, когда он Петру, помните, говорит: Петр, я молился за тебя, сатана просил сеять вас, но я молился за тебя, чтобы ты, когда обернешься, укрепил братьев в вере. Помните, он про его отречение говорил. То есть Иисус не просто помолился за Петра, а он еще и сказал Петру, что я молился за тебя, чтобы Петр вспомнил это, что за него сам Иисус молился. Понимаете? Поэтому часто очень важно сказать людям, что ты за него молишься.
что ты за него помолился, это очень важный момент тоже, да? Поэтому человек должен знать, поэтому этому бесу надо сказать, что бесы, я говорю, они боятся, они уже начинают уходить, когда им сказали, что за них помолились, понимаете? То есть вот это вот настроение уже, ну это так влияет в психологию. Я вот понял, что они на самом деле трусы, слабые, понимаете? Они ничтожные такие, низкие существа, и их можно обводить вокруг пальца. Но вот потом, когда с Юрой посидели, вот пообщались, мы поняли, как мы вот этого человека и вместе с этим бесом вот просто вокруг пальца. Потому что мы думали сначала, ну раз в нем бес, он должен что-то тут и про нас знать, что-то тут. Ничего он не знает, ни про нас, вообще ни про что не знает, сидит, боится там, понимаете. Потому что мы когда ему сказали, что мы тебя там повезем, нам надо часа три, нам надо еще кое-что взять, этот человек, он говорит... Да, он говорит, что-то он напрягается, про него говорит. Ну, он сам напрягается просто. Но он нам говорит, что это он там напрягается. И говорит, он говорит, он мне сказал, чтобы я любыми путями от вас избавился. Ну, как бы вот, понимаете. Мы потом это все проанализировали, посмеялись, все над этим. Но это вот испугался сам человек. Потому что, ну, когда боится бес, боится сам человек. Понимаете? То есть вот это вот часто бес и человек, оно часто неразделимое, как бы. Оно как одно. Но мы должны вот это вот понимать и как бы вот против этого двигаться. Давайте откроем 2 Коринфянам, 10 глава. Как? Доходит до вас, да? Проще же так жить, нет? Понимая вот эти вещи. Потому что я вот просто проанализировал, я не хотел это вот, я именно хочу вот... Чтобы мы действительно это поняли, каким оружием мы обладаем. 2 Коринфянам, 10 глава. Четвертый стих. С третьего. Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Ну, он немножко про них говорил, там, по их ситуации, но смысл такой, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Да, вот мы должны это понять, что вот, ну, у нас есть оружие. У нас есть оружие, и то, что мы им действительно обладаем, и мы должны иметь уверенность, что у нас оружие, потому что, ну, вот именно проповедуя, как бы говоря, связывая вот этот вот дух, понимаете, то есть, ну, мы можем, когда разговариваем с человеком, мы можем молиться внутри и связывать, как бы, этот дух, да, что и понимать, да, что мы в данный момент, когда разговариваем с этим человеком, мы против духа, да, мы, то есть, так должны разговаривать с этим человеком, чтобы не повредить человеку, помните, потому что, когда Иисус тоже выгнал там одного беса, написано, что бес вышел, немало не повредив человеку, да, то есть, вот это вот тоже, как бы, часть такой духовной брани, которую мы должны понимать, что есть человек, которого мы должны любить, да, которому мы должны показать любовь, внимание, ободрение, да, и есть там дух, который мы должны разрушить, сломать, сокрушить, вот именно тоже, опять же, через Слово Божие, через какие-то где-то шутки, да, где-то какие-то нестандартные ситуации или еще что-то, понимаете, да, что такое сломать дух, пробивать дух. Я не знаю, вот как бы вот пример такой произошел вот в обновлении, знаете, если кто читал, вот, обращение мое последнее, которое было написано в обновлении ВКонтакте и в Фейсбуке, когда я чуть-чуть вот так поругал, чуть-чуть, ну хватит быть ни да, ни нет уже, да, как бы вот я вот действительно устал чуть-чуть слышать вот это вот какое-то безразличие такое, какое-то вот такая вялая позиция, ты думаешь, ну как так можно, вот действительно тут Бог собирает, Бог хочет, да,
Бог дал такие слова, Бог дал так вот сформулировать это все, во мне это как бы накопилось, я это выплеснул. Я скажу, на следующий день уже видел реакцию, понимаете? То есть, на самом деле, то есть война была не против людей, война была против духа, для того, чтобы сокрушить, для того, чтобы обличить вот этот дух безразличия, вот это вот то ли да, то ли нет. И вот я говорю, люди начали звонить уже на следующий день, как бы рассказывать, ну вот, я на самом деле очень хочу, но у меня есть проблемы, ну хорошо, если только эта проблема, мы решим твою проблему, мы поможем тебе и так далее. Все, жить. То есть человек вскрылся, как бы захотел. И как бы понимаете, да, что такое духовная война? Она словом на самом деле, она с разумами, с разумом, она с твердынями, да, она вот, вот это вот сокрушает, завоевывает, пленяет, как здесь написано, да. И мы всякое превозношение восстающего против познания Божия пленяем, да. То есть Павел, он был воин, он понимал, что такое. Что такое вот воевать, что такое иметь это вот помазание в слове, да, так сказать, так говорить, да, так убедительно находить такие слова, что они действительно будут сокрушать, что они действительно будут попадать в цель, да, вот, и все. Вот оно так работает. Словом. Иисус изгоняет слово. Поэтому наша задача пребывать в слове, наша задача вот, это также к нам относится, да, когда мы вот со своими твердынями работаем, когда мы со своими там проблемами разбираемся, приноси все в свет Слова Божьего, да, обличай все через Слово Божье, пытайся тяжело, пытайся все равно приближаться к Богу, молиться, как бы ни было тяжело, ты увидишь на самом деле, что нет вот ничего приятней, когда ты вот в таком состоянии, в котором, ну, ты вообще вроде как будто не можешь молиться, но ты вдруг находишь эту внутреннюю силу, начинаешь молиться, начинаешь сокрушать, начинаешь вот пробивать этот дух, и может быть, ты в этот момент еще ничего не чувствуешь, но ты потом проходит день, полдня, и ты вдруг раз, и ты смотришь, что ты другой уже, что этого духа нет, он уже сокрушен. Понимаете, да, что такое духовная война? Она вот такая на самом деле. Поэтому для того, чтобы так воевать, очень важно быть подкованным Словом Божьим. Очень важно, самое главное. Поэтому вот нам нужно как можно максимально больше знать Слово Божье, потому что вот Иисус, Он работает через Слово, работает через свое учение. Когда твой разум, он освящен этим, он будет оттуда вот доставать, показывать на все моменты. Мне очень нравится вот Павел, как духовный воин, тоже можем посмотреть вот такие элементарные его, такие вот, у меня есть три момента, как вот он иногда, что такое вот духовная война, как он ее вел тоже. Вот он в Афинах был, помните? Помните, какую он проповедь красивую там сказал? Самая красивая такая проповедь Павла, когда он в Евангелии. Опять же, почему? Потому что вот там надо было говорить красиво, потому что это были Афины, там были мудрецы, там по-другому бы не приняли, там надо было вот все четко, понимаете? Бог ему дает вот эту мудрость, чтобы так им сказать, так, чтобы сокрушить, чтобы они, ну вот, приняли, да? То есть вот он получает мудрость от Бога для того, чтобы сказать такую красивую проповедь. Потом, когда его хотели брать, помните, его там эти иудеи поймали и хотели уже там избивать, и вот он находит такую штуку, когда он сталкивает лбами двух демонов. Он сталкивает лбами фарисеев и саддукеев. Он говорит, за воскресение из мертвых судьба. То есть, да, мы видим вот эту острую мудрость, которая приходит ему от Бога. Что здесь делать? Да, он вот не прет вот совсем напролом. Он как бы понимает, что, ну, нужно что-то придумать, нужно как-то вот применить эту мудрость Божью, да, и он вот ее применяет, и все, и лбами их столкнул, и они уже сами там друг друга грызть стали, да. Тоже вот хорошая такая стратегия, которую вот Павел применил. Потом, когда эти евреи тоже, третий вот раз, когда они вот все не отставали от него, помните, там все, уже там его увезли там то ли к Клавдию, то ли к кому-то, да, и эти все равно туда ходили и говорят там Клавдию, отдай нам его, отдай, мы убьем его, да, и тот уже почти был готов уже Павла освободить. Но Павел видел, что это Павел, помните, он попросил, а я суда кесаря требую, да, то есть вот, ну, опять же, вот мудрость Божья, он стал под защиту тоже, опять же, там, системы государственной, да, находит такую мудрость, как противостоять. То есть мы видим, что на самом деле мы можем вот думать, что христианин это вот молиться, просто вот помолился. Нет, христианин помолился, получил от Бога, как действовать и действуешь. Вот оно как, по-настоящему, понимаете, это не просто вот помолился, ну, потому что, ну, иногда нужно помолился,
Пришел мир, все, ты просто ждешь, когда ничего от тебя не зависит. Но ты все равно должна быть готовность действовать всегда. То есть, ну вот я просто увидел, как это произошло чудесным образом вот с этим парнем, когда я оставил эти свои стереотипы, да, и просто попросил Бога научить меня. Просто попросил Бога. Я признался, что я это не умею, и я это не знаю. И Бог меня просто взял, направил через слово, показал моменты, как правильно, как неправильно, что не надо этот экзорцизм, надо просто слово, что это просто парень, которому нужно ободрение, которого нужно вывести из этого состояния. И у нас на самом деле получилось. Поэтому вот, да, мы можем сказать, да, я вот так вот даже думал, вот я ребятам езжу сейчас по работам рассказываю, мы с Юркой беса изгнали, да, и как? Ну вот так вот. Ну потому что действительно, кто бы, вот как разберешься в этой ситуации, как его изгнать? Вот взяли и изгнали. Взяли, подумали, Богу помолились, произвели определенные действия, да, дали человеку слово. Вдохновили его, сейчас сказали Давиду, все, Давид, дальше ты с ним работаешь в церковь, он готовый, он ходит в церковь уже, и все. На самом деле, я спокоен, потому что, ну, я уверен, на самом деле, что этот человек будет ходить в церковь, у него нет выбора, потому что ему все так хорошо объяснили, он так все хорошо действительно вот понял, что, ну, без Иисуса уже никуда, что дальше труба, и он в это поверил. Все, поэтому на самом деле, почему я это еще говорю, что у нас с вами очень много работы, господа. Потому что сейчас такое поколение, сейчас эти геймеры, сейчас эти фильмы, сейчас такая молодежь. Поэтому мы с вами спасенные люди, у которых еще остались мозги, которые как бы вот на самом деле надежда сегодняшнего общества. Мне пришла смс-ка на днях на Viber, да, там вот такая смс-ка и пишут... Долгожданный спам называется. Долгожданный спам, дорогой друг. У нас любые скорости, да, любые скорости, любые СК, Митек, Витек, труба, гудок, я не знаю, семечки. Наркотики. Вот так сейчас присылают, прям в открытую. У нас все, мы сделали 1000 закладок для тебя, дорогой друг. У тебя все готово, там бонусы какие-то, там только вот приди. Множество сортов разной штуки там. То есть, короче, представляете, какой демон сейчас нам с вами противостоит. А мы вот так вот думаем, что вот мы можем от этого отвертеться. Нет, на самом деле вот это и есть то, что Бог нас... Я вот просто вижу действительно вот через эти ситуации, через эту тему, которая вот пришла, через то, что Иисус сейчас нас готовит, Он меня вооружил на самом деле. Я уже действительно почувствовал эту силу, я понял, что я попробовал ее, я понял, что это работает, я готов это применять, Он научил меня этой уже стратегии, но бес настолько сильный, вот этот вот, да, который вот пришел, настолько разнообразный, настолько он действует так на мозги молодежи, что без откровения не разберешься. Поэтому нам нужно настолько искать Бога, нам настолько нужно вот это хотеть, служить Богу, да, желать, да, чтобы тоже вот как-то начать служить своему народу, своей нации, на самом деле, чтобы влиять, чтобы оберегать, чтобы вот открыть глаза, чтобы научить, чтобы, знаете, не пришли эти больные экзорцизмы христиане, которые фильмов насмотрелись, да, и еще психику поломали, понимаете, да? Как нужно работать с людьми. Ведь мы же пришли в такое место, я говорю сейчас про Рету, где действительно было откровение, что так надо работать с наркоманами, что не надо вот это вот там, вот возложение рук, 7 потов, и потом вот какие-то это харизматы такие получаются, оголделые и неадекватные, да. Я так благодарен Богу, что я попал в такое место, где вот, ну, действительно все по уму, на самом деле, все по откровению, все по словам. Из меня все вышло, мой дом наполнился, я встал твердо на ноги, на основании, и теперь есть желание тоже, ну, дальше двигаться. И на самом деле вы даже не представляете, как наши города, как наша страна, наш народ в этом нуждается. Потому что, ну, действительно, почему я говорю, что слава Богу, что вот этот человек попал к нам. Потому что действительно, может быть, это всего лишь 2 человека в этом городе, которые так смогли разобраться в этой ситуации и не сломать мозги человеку, но действительно приобрести человека для Бога и как бы вот не играться в эти иллюзии, да, не играться в эти фильмы. Поэтому вот менять мышление человека – это и есть изгнание духа. Понимаете?
вот это вот безнадежное мышление и так далее, да, то, что я вам это сказал. Можно чуть говорить там о духе там, нашего города, да, вот, например, что мы должны сокрушать, как с людьми разговаривать, о чем разговаривать. Я вот, например, вижу, вот есть, ну, наверное, не только нашего города дух, наверное, всего как бы времени сейчас, да, вот это вот любовь к деньгам, красивым вещам, красивым машинам, ничего не делать, но побольше получать, да, дух мало денег, который все время мало денег, на то не хватает, на это не хватает. Это дух, понимаете, это на самом деле то, что человеку не дает спокойно себя чувствовать, жить там, работать нормально, понимаете, у него руки опускаются, он ничего начинать делать не хочет, потому что, ну, действительно, ну, чего вот это вот за 3 копейки там трудиться там и так далее. Ну, трудиться надо, потому что надо трудиться, для того, чтобы быть просто вот целостной личностью, готовым человеком. А успех придет, если будешь с мудростью трудиться. А мудрость ты можешь найти здесь. Поэтому это проповедь для людей, которые сейчас, да, хотят даже, да, там, хорошо жить, там, и правильно себя чувствовать. Вот это на самом деле повод для того, чтобы им правильно объяснить. Вот ходи с Богом, ты получишь такую мудрость, что твой бизнес пойдет вперед, что у тебя в семье отношения наладятся, что и так далее. Оно так работает. Слово Божье, оно не через иллюзии работает. И вы знаете, что вот у меня последнее мое такое откровение, это когда написано, что настанет вот это время, когда всякое колено склонится перед Христом. Вы знаете, что это, ну, я так увидел, что это не то, что, вы знаете, когда Иисус придет, такой вот там, супер белый, супер, и все такие, о, это НЛО прилетело там, да, вот так вот. Нет, это когда христиане встанут в силе, просто в силе, да, и просто и скажут, ну, и все спросят, а как вы так вообще вот живете, кто, как так вот, ну, а ты скажешь, а мы христиане, и они тогда вот так, бам, понимаете, и я тоже хочу. Понимаете, вот что значит всякое колено склонится перед Христом. Христос этого хочет. Он пришел дать это учение, он пришел для того, чтобы вот в нас размножиться, дать свою мудрость, дать свое видение, дать эти духовные дары, таланты, помочь скрыть человека на самом деле. И знаете, последнее откровение, которое тоже получил в дух вот напрямую, вот верите, не верите, я в шоке иногда, как получается информация. Знаете, что такое кризис среднего возраста? Ну, у вас по-другому называется. Не достигаешь пока такого уровня. Мне кажется, у нас тот же называется. А это у всех, на самом деле. Он есть у всех. Вот пока не нашел подтверждения в Библии этому, но я настолько явно это получил, что это действительно так. Это вот это пример, что такое, когда кризис среднего возраста? Где-то там от 35 до 45, 50, то есть вот это вот. Переоценка ценностей. Это все глупости, это все называют так, переоценка, это все симптомы, которые происходят во время этого. На самом деле это выход человеческого существа на максимальную фазу активности, когда человек максимально продуктивен к созиданию. То есть это Бог нас так создал, чтобы вот к этому возрасту человек входил в свою максимальную фазу. Он больше всего может делать, там, созидать, то есть, да, в творчестве, где, да? И если есть куда приложить свою силу в этот момент, да, то у этого человека нет никакого кризиса среднего возраста. Он просто кайфует, он просто сдвигает горы, он просто вот творит, делает, он живет. А если человек не находит куда, вот, да, вот у него время это идет, он жрет себя, понимаете? Это энергия, обращенная внутрь человека, который вот этот вот самоанализ, я не такой, эти такие, у меня не хватает, у меня мало. Аминь? Вы согласны, что это на самом деле так? Да, аминь. Поэтому, как бы вот, я вас призываю к тому, что, ну, на самом деле, Бог нас так создал. Бог создал, чтобы мы творили, Бог создал, чтобы мы шли, Бог создал, чтобы мы побеждали, Бог создал, чтобы мы воевали, да, и мы были в дарах, знали свои дары, двигались, применяли это, прикладывали свою силу, да, и все будет действовать, и ты будешь чувствовать, это и называется, знаете, сейчас есть такое модное слово, войти в свое призвание. Вот это вот есть такое, знаете, вот они начинают морочить, какое же мое призвание, Бог мне, открой мне свое призвание, открой мне мое призвание, а сам ходит и голову морочит, ну, потому что, иди двигайся, иди
вот что видишь, делай там, начинай что-то делать, ну спроси, что конкретно делать, Бог, направь меня, куда, сегодня, где. И ты когда будешь готов, когда будешь находиться в таком состоянии, да, что ты готов применить, ты увидишь, что есть много моментов, куда можно применять твою силу. Есть много людей, которым нужна твоя любовь, твоя защита, твое ободрение, проповедь твоего Евангелия. Помните, опять же, вот вернусь к этой истории Петра, когда Петр вот обкакался, как мы говорим, да, и вдруг вот Иисус ему говорит: любишь ты меня, Петр? Он говорит: да, Господи, паси овец моих. И вот хотелось бы, наверное, мне или кому-то, вот мы так представляем, что вот когда мы что-то вот натворили, мы хотим, чтобы Иисус нам сказал так: да ладно, ободрись, бывает там туда-сюда, что не ты один, и не ты первый, не ты последний, так вот, что мы хотим услышать. А он ему даже про это даже не говорит, знаете, вот что уже это перемалывает, да, он ему говорит: иди занимайся делом, аминь, вот спаси овец моих, ты меня любишь, займись делом, Петр, просто займись реальным делом, настоящим делом, приложи свою силу, еще раз любишь, но он, наверное, думал, что он сейчас еще что-нибудь другое скажет, он ему говорит: займись делом. И третий раз: любишь меня, Петр, тут уже обиделся, Петр, делом займись. Понимаете? Поэтому вот все ключи, понимаете? Против кризиса среднего возраста, против духа мало денег, против духа какого угодно. Дух лени, например, это вообще просто, я не знаю, это такой монстр, который сейчас просто пребывает, да, поменьше делать. Вот против него надо бороться, поэтому надо молиться. Поэтому надо с утра вставать и хотя бы понемногу молиться и говорить: Бог, я не хочу быть ленивым, направь меня, я хочу быть собранным, я хочу иметь эту ясность в уме, я хочу быть продуктивным, я просто хочу, чтобы вот сегодняшний день я по максимуму сделал, и все. И я уже беру на себя ответственность, я уже обращаю на какие-то вещи внимание, я просто готов, понимаете? Поэтому вот на самом деле все просто. Нет никаких вот этих иллюзий, сказочек там и так далее. Есть слово, есть фундамент, есть вот эта вот любовь Иисуса Христа, которая все покрывает, в которой нет ни одного случая, который бы туда не мог войти, нет ни одного диагноза, который вот Иисус не мог бы исцелить. Любая проблема решается через Иисуса Христа, но надо разобраться. И еще такой вот тоже совет: не знаешь, как изгонять этого беса, да, другими словами, не берись, пока не узнаешь. Понимаете? Не берись. Получи откровение. Подумай. Возьми паузу. Вот это то, что меня тоже Иисус научил. Вы знаете, помните, Иисус пришли однажды, когда женщину привели, камнями побить хотели. Он сидел, чертил. И все так думают: что же он чертил там? Все хотят узнать. Некоторые люди говорят: я хочу когда на небо попасть, спросить Иисуса, что же он там чертил. Не знаю, какое слово сказать. Ну, может, это интересно. А вот я паузу бы брал. Может быть, Иисус паузу брал. Вот он как бы вот, он отвлекся, он искал Бога, он молился, как бы дать вот этот, да, вот этот, готовил меч, грубо говоря, сидел и затачивал его там, да, они поближе подходили, и когда они уже наклонились, уже такие на ним: ха, держи, и все. Понимаете, вот, ну, смысл такой. То, что он их уже вынул, они уже расслабились, они уже подумали: все, вот мы тебя и подловили, учитель ты, да, сейчас и тебя камнями побьем, и ее здесь побьем камнями. А он их просто поближе в это время подпускал, да, думал, паузу брал, да. Я вижу, там вот про кесаря его спросили, помните, там, правильно ли платить налоги кесарю, да. Он тоже, да, берет: принесите мне динарий. Пока носили динарий, он уже придумал, что делать будет. Понимаете? Ну, я бы так делал. Понимаете, не думайте, что вот Иисус, он какой-то вот супер, вот, да, супер, но мы-то, понимаете, он же пользовался тем, чем мы пользуемся. Поэтому нам нужна пауза иногда, нам нужно вот откровение, что же делать, нам нужна какая-то мысль. Почему вот про евреев говорят: вопросом на вопрос отвечает? Тоже Иисус, когда спросили: а правильно ли там вот крещение, или что он там его спросили, какой властью ты делаешь там, да, и я вас спрошу, да, то есть как бы, вот даже говорят, что Бог еврей, знаете, потому что Бог вопросом на вопрос сейчас отвечаешь, ты говоришь: Бог, что мне делать, он тебе говорит, а ты сам что хочешь делать, или еще что-то, Бог часто отвечает вопросом на вопрос, и...
мы должны тоже вот этим вот пользоваться, научиться, да? Нету стратегии, нету четкого плана, как это. Разговаривай с человеком, задавай ему какие-то вопросы, узнай про него больше информации какой-то, поинтересуйся, не руби прям сразу, да? Созреет у тебя план, созреет какая-то стратегия, раз, и все. И ты этого духа порубил, связал, и все, и человек уже услышал Евангелие, поверил тебе, поверил Иисусу Христу, и все, и колено склонилось. Аминь? Аминь. Круто? Очень. На самом деле круто, я сам чуть-чуть в шоке, но Иисус учит, и я вижу, что Он нас к чему-то серьезному готовит, действительно, к чему-то серьезному, поэтому вот, ну, должны мы научиться это делать, потому что это все пригодится, и очень важная такая вот стратегия. Я помню, мы этого человека тоже там, он там все у нас спрашивает, первый раз когда разговаривали, что же, ну вот, ну скажите мне там что, я говорю, ну ты знаешь, тут стратегия нужна, потому что вот без стратегии никуда, он, знаешь, говорю, что такое стратегия, ну стратегия, не, я говорю, стратегия, это вот, говорю, последовательность, это, ну он там про какой-то вот там, больше отдельный там эпизод, я говорю, нет, стратегия тут четко выстроенная, там, ну, короче, я ему как мозги там запудрил, что он поверил, что тут нужна стратегия, что тут, что люди понимают на самом деле, что люди помогут. Понимаете, первый шаг того, что мы просто вот убедили этого человека, что мы можем помочь, что мы какие-то крутые, что у нас есть ответы на его вопросы, и все, и он в следующий раз уже был готов, он слушал, и он принял. Аминь. Все, спасибо. Спасибо.